Здравствуйте, с вами Андрей Телегин. Сегодня мы будем учить кросс-параллел слайд. Итак, слайды, которые нужны вам для начала обучения. Это Acid Cross, естественно, потому что на кросс-параллел мы выходим из Acid Cross. И желательно выучить параллел слайд до уровня гуру и профессионала, потому что параллел — это очень нужный слайд. Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я вам буду показывать, как исполнять кросс-параллель. Кросс-параллель я начал учить, когда учил саванну. Получается, я ее не смог полностью до конца выучить, и у меня нога сама переходила на кросс-параллель. С тех пор это стало моим как бы таким базовым слайдом, и я начал изучать уже ванвильные комбинации. До изучения кросс-параллель я уже владел Unity, также Sayal, Backslide. Ну, такие простенькие достаточно слайды, которые изучают в первую очередь. Чтобы новичкам научиться делать кросс-параллель, я думаю, достаточно будет изучить обычную параллель, так как, в принципе, заложение ног одинаковое, только фишка в том, что они скрещиваются. Также настоятельно рекомендую изучить, например, фаст-слайд, потому что ну, для меня это лично идет как бы в помощь. Я правильно закладываю ногу. При этом я советую учить кросс-параллели сразу во все стороны. То есть как и в правую, так и в левую. Потому что это будет гораздо лучше. Вы сможете сделать кучу всякого разного с помощью этого. Вообще я советую учить слайды во все стороны сразу, поскольку, ребят, лениться это плохо. Нужно учиться сразу. Когда вы едете на бешеной скорости, чтобы сделать этот слайд, вам нужно сделать следующее движение. Вы подставляете Acid Cross. И при этом подставляете его недалеко, а подставляете его немножко вот в сторону от ведущей ноги вашей. Подставляете, разворачивая бедра, вы доставляете вторую ногу. И очень сильно присаживаетесь. Соответственно, вот эту ногу вам нужно поставить на внутреннюю сторону. Мы едем вперед, будем сводить в эту сторону, поэтому разворачиваем плечи в эту сторону. Разворачиваем плечи, и когда мы доставляем вторую ногу, мы доворачиваем бедра. И таким образом мы разворачиваемся на 90 градусов. Поставили, доставили.